Привет, господа. И сейчас я даже не знаю. Что сейчас делать? Давайте, наверное, создадим языковые роутеры, да? Наверное. А сейчас реклама, и вам предлагаем просмотреть на новый фриланс-сайт MyJob Asia. Это, короче, новый фриланс-сайт, бесплатный, где вы можете зарегистрироваться и размещать проекты. Размещать проекты, также брать проекты. Тут вот уже несколько проектов кто-то разместил. В общем, ребятки, вот если вы фрилансер, то регистрируемся тут и пытаемся что-нибудь заработать. MyJob Asia, новый фриланс-сайт. You are welcome, friends. Ну, чтобы у нас будет, например, сайт на... Пока на трех языках, да, русский, украинский. Английский. То есть урлы будут вида. Вот сейчас вот такие вот они, да. Давайте немножко сейчас я вам поговорим об этом. Сейчас вот такие урлы, да. А будут вот такие. Английский. Это чтобы можно было сайт. Ну, ну, если что, они там понятно на ru и так далее. Да, главная страница, конечно, останется localhost. Тоже две будут главные, но. В общем, вот такой роутер сейчас нам нужно сделать. Давайте посмотрим. Итак, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Вот такая фигня у нас есть. Вот это должно быть уже 400. 4, да? Ну, мы просто, наверное, тут... Где наш старый файл? Вот это вот оно. И тут мы видим, да, видите, языковые роутеры существуют. Local, this props. Ну, давайте его... Просто вот такая фигня, да? Скопируем его P, сравняется... А у нас тут категории. Что тут должно быть? Что-то. Ага. Что-то такое должно быть. Так, как-то так должно быть. И тут второй роутер для главной страницы, то есть она должна вести. Вот так вот, как тут, да? Exact. Точно. Ну и такой уже копируем вот сюда. Ну и давайте проверим. Ага, local is not defined. Что делать? Здесь props local, что ли, добавить? Давайте, наверное. Здесь props. Мы локаль берем из globals. А globals это у нас Redux. Ну, видите, не наше не найдено. И Redux у нас сейчас английский. Категория английский, видите. Мы сейчас давайте добавим. И русский получится добавить. И русский добавилось, но какой-нибудь левый.
у тебя не получилось. Ну все, потому что это у нас уже по умолчанию. Я просто скопировал роутер свой старый. Ну, с freelmyjob.asia, вот этот фриланс сайт. Тут роутер работает, как вы видите, все прекрасно работает. Украинский, там любые другие языки. Вон он меняется китайский, может, он неправильно переводится, но... Да, вы можете тут на нем, конечно, работать, на этом сайте, чувачки. Заходите, ребятки, и размещайте свои проекты и берите проекты. Тут все, в общем, нормально работает. В общем, школьнички, кто там, крутые фрилансеры, вперед сюда работать. Итак, в общем, мы берем роутер отсюда. А он находится у нас в Globals, ну, в редаксе. Когда редак перед начале инициализируется, ну, вот Reducer Globals. У нас инициализируется Locals. Ну, локали какие у нас. Надо было, наверное, Local написать, а я Locals написал. Ладно. Вот эти три можно убрать, потому что у нас сейчас Int также работает. Да, давайте проверим. Видите, ин работает. То есть Индия также работает. Ну, давайте его закомментируем. Или да, закомментируем. Можно было бы удалить. И что там я дальше хотел? Сейчас глянем. Ну и по умолчанию. Так, по умолчанию тут ставится локаль английская, да, English. Какого фига, где оно? Где тут English? Ну вон, видите, тут если нет локали, то, ну вот если нету, да, Locals Local, то есть Local нету, мы берем ее из Location Pass. Location Pass Name. Ну да, два первых символа берем. Locals. Вот если его нету, да, тогда что у нас идет? Ну да, если есть local, то мы просто устанавливаем ее. А если ее нету, то она просто устанавливается в... Вот если, да, storage, local storage, читаем его. С local storage читаем. И да, вот английский устанавливаем. Но мы, я не хочу его устанавливать на английский, поэтому давайте сейчас его установим. Чтоб разный был по умолчанию конфиг, то есть создадим конфиг файл, конфиг json файл в самом корне. Json. И тут добавим, давайте default local, default. И default local, например, ru. А ну проверим, получится мне, чтобы просто оно... Если полностью у нас куки удалены, то должно эта фигня установиться. Так, что тут делаем? Import config. Config from. Сколько тут пути?
Какой-то хоть файл globals, ага, это с редакса идет. Раз, да, и два. Config JSON. Ну-ка, проверочка. Да, работает. И мы можем сейчас просто его вывести. Default true и добавим, давайте ее сюда. Так, ну и сейчас проверим. Мы не особо-то мы сможем и проверить. Ну давайте проверим в home, да. Вот здесь надо где рендер. Даже не надо так. Ну, я даже не хочу проверять, потому что оно должно работать так. Так, ну давайте проверим уже. А почему in работает? Это странно. А потому что еще вторая проверка есть, кажется. Наверное, в app есть, да, вторая проверка. Да, как-то все это. Оно не должно уже работать. Локал ин, как видите. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Не, ну оно понятно, что... Что за херня? Что такое? Не получается что-то. Давайте npm start еще раз. Что-то где-то вы их сбилось.
Ну и ладно, сбилась так сбилась. Что поделаешь, так. Ну, видите, как. Ну да, вы видите, тут ладно, тут все ясно. То есть тут идет. Надо добавить HTTPC true. Ну и теперь закрываем. И проверяем. Видите, работает. А ну-ка, инг. Будет ли оно работать с in? Вот, видите, in уже не находит. Хорошо. UA. Так. Конфиг, ну тут конфиг не надо смотреть, давайте посмотрим. Globals UA, видите, local UA. И теперь что еще хочу добавить тут? UA in. Не location, а globals in. Так, и давайте теперь удалим куки полностью. Application local, ну просто его где тут delete. И теперь вот эту вот фигню и посмотрим, какой куки установится. Какой же установилось, интересно. Local N. Как-то странно, да? А должно же, видите. А должно же ведь быть не N. Мы ведь хотим ru или ua. И где ж не так? Угу. Вот видите. Это, наверное, каким-то фигом оно не сохранилось что-то. А может, не это даже, тут что-то непонятно.
Да. Не, ну, надо, короче, удалить, видимо. Getting там local. Давайте посмотрим. Потом надо его, наверное, удалить будет. Так, отлично. Видите, ру пошло. То есть она у нас сохраняется в local storage, да, и мы просто вытягиваем из local storage. Раз, два, даже три. Мы даже куки ставим это для сервера. Ну да, в принципе, тут все отлично. Все, в принципе, отлично. То есть мы даже можем теперь когти в конфиге меняем на UA. И берем ру, да, она нам надо удалить сейчас с сторича ремувитом. Видите, локаль в сторидже null, и теперь она установится в UA по умолчанию. Да, UA, это хорошо. То есть основной язык мы можем менять легко. Теперь давайте поставим, наверное, английский, чтобы легче было. Весь сайт будет на английском. Да, пока мы будем делать, конечно, на английском, а перевод сделаем на русский и украинский. Так намного легче переводить. Так. Что ж, с роутерами мы разобрались, да? Что у нас тут было? Языковые роутеры. По сути дела, мы их уже сделали. Роутеры языковые мы сделали очень быстро. Так, еще давайте проверим. Например, это английский захотим мы. Там 3 English и там 3. Ну, давайте подумаем, что же делать дальше. Что же дальше делать? Языковые роутеры у нас есть. Ну, в принципе, тут вот создать все директории файлов. Ну, в принципе, мы уже создали по большому счету все директории файлов. Ну, как? Короче, вот это, в принципе, один пункт. Создать страницы. Да, создать все страницы. Оно все вместе тут будет идти. Так. Язык, чтобы можно было обменять. Уже мануло языковые роутеры. Ладно, нам надо, наверное, смотреть уже. Главную страницу. Ну давайте в следующем видео подумаем, как создавать главную страницу. Ну, как бы подумаем, какие страницы и откуда мы будем брать данные. Тут видите, форма. Что будет на главной странице? То есть у нас надо, что будет на главной, что будет на итеме. Что будет на категории?
что на этой странице будет, что на итеме. Вот что на главной будет. Нам уже, в принципе, нужно делать страницы. И это, так скажем, довольно-таки не... Ну как тут, его просто делать, да? Это HTML обычный. Но само определить, какие страницы, не очень понятно. Откуда его брать? Хорошо, если можно копировать. Вот, наверное, целое видео. Какой же у нас будет интернет-магазин? Даже непонятно. Вот что на главное, да, все категории, наверное. Очевидно, вот такую штуку нам надо сделать на главной, чтобы вот была такая фигня, выпадали, да. То есть, ребятки, список, вот когда кликнем на категорию, то мы попадаем. Давайте, ладно, это в следующем видео уже подумаем просто, что нам делать, какие категории, какие страницы будут.